Конный спорт – один из древнейших видов спорта. Первые ипподромы появились еще во времена фараонов, более 3000 лет тому назад. Многие думают, что конный спорт – один из легких видов спорта. Сел на коня, дернул поводья и поскакал. Однако это не так. Чтобы освоить его, требуются годы. Кроме того, конный спорт – это еще и изучение психологии животного. Нужно уметь понимать животное, его состояние и желания. Конный спорт – это еще один из самых красивых и зрелищных видов спорта. Яркое тому подтверждение – турнир по конкуру, открытый кубок ЦСКА, посвященный Дню защитника Отечества. К нам приезжает практически вся в полном составе сборная команда России, потому что помимо того, что у нас здесь один из самых лучших грунтов в Москве и вообще в России, плюс атмосфера вот этого праздника, когда мы приглашаем всех ветеранов конного спорта. Сегодня мы, правда, сделали исключение. Раньше мы приглашали только ветеранов конного спорта ЦСКА. Сегодня мы решили первый раз пригласить вообще всех ветеранов советского, российского конного спорта, которые внесли вклад в развитие этого вида спорта прекрасного. В соревнованиях участвуют и воспитанники специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА по конному спорту и современному пятиборью. Дети изучают очень много дисциплин, скажем так. То есть, ну, первое, это основное, это верховая езда. Затем также очень необходимо и достаточно много времени занимает это теоретическая подготовка, это правила соревнований, уход за лошадью, содержание, кормление, наименование конной амуниции и ее применение, вплоть до способов транспортировки лошади. То есть без огромных теоретических знаний это просто невозможно. Также у нас есть занятия по вольтежировке, это гимнастические упражнения на лошади, которые у детей формируют ловкость, координацию и помогают в дальнейшем уже именно в верховой езде, в конкуре или выездке. И хотя после соревнований награждают только наездника, все понимают, что лавры победителей в полной мере принадлежат их лошадям, чье мастерство и грация помогают спортсменам добиваться максимально высоких результатов.